Мы переживаем очень трудный, очень сложный период становления белорусской государственности, белорусской независимости и суверенитета. И это связано прежде всего со сменой поколений. То поколение, которое завоевало нам свободу и независимость, к сожалению, его уже практически нет. Это святые люди, которым мы всегда преклонялись. Каждый третий человек погиб в этой страшной войне. И там ковалась основа нашей независимости. Поэтому тяжелейший период смены поколений, он всегда проходит сложно. И в науке, и в спорте. Я хочу пожелать, а самым главным, чтобы нынешнее поколение воспитало настоящих молодых людей, воспитало поколение патриотов, чтобы, отходя от активной деятельности, мы были твердо убеждены, что суверенитет и независимость нашего государства незыблемы, что мы были убеждены, что та независимость, которая, вы знаете, как досталась нам, была сохранена, чтобы мы никогда больше не жили на чужой земле, чтобы наши дети и дети еще не родившиеся молодых людей, студентов, чувствовали себя хозяевами на этой земле. Это тяжелый урок, это тяжелое будущее, которое нам предстоит и которое уже началось. Поэтому я обращаюсь к старшему поколению. Сделайте все для того, чтобы инженер всегда оставался патриотом и берег наш суверенитет и нашу независимость. При всех обстоятельствах смог сохранить наше государство.